ситуация, это техника заливка. Сейчас увидите, что это такое и зачем используется. Мы, знакомясь с анатомией сначала теоретически, потом проводим практическую работу. Полостное вскрытие рыбы. Ну, на самом деле, если кто-то из вас когда-нибудь был на рыбалке, то совершенно такую же вещь делают каждый раз, когда готовят уху, жарят рыбу и так далее. Только мы будем не просто потрошить рыбу, а делать это по определенным правилам, для того, чтобы разобраться с тем, как устроены внутренние органы, какое положение в теле они занимают, а заодно с таким деликатнейшим и, на самом деле, сложнейшим вопросом попробуем разобраться. А что такое жизнь? И какие границы жизни? Вот когда можно считать, что организм еще жив, а когда можно считать, что организм уже не жив? До начала 20 века по отношению к людям. Как эта задачка решалась? Если кровь еще... Кровь течет, то есть резали руку и смотрели, кровь течет, значит живой. Или если как? Есть пульс. Если есть пульс, вот это другое дело. Так, первый показатель, еще. Да, дыхание. А как, кто знает, это проще всего даже слабое, самое слабое дыхание зафиксировать? Зеркальце или стеклышко ко рту. Дело в том, что выдыхаемый воздух всегда влажный, поэтому что будет зеркальцем? Запотеет. Хорошо, действительно, два такие способа, и при этом третий, уже более тонкий медицинский способ – реакция зрачка на свет. Если человек еще живой, да, даже в глубоком обмороке находится, если взять ему приоткрыть веки и посветить в глаз фонариком, то зрачок сузится. Зрачок сузится. Зрачковый рефлекс – исключительно глубокий автоматизм. Центр его находится рядышком с центром регуляции сердца, и пока все живо, зрачковый рефлекс работает. Ну а если зрачок не реагирует на свет в течение длительного времени, тогда все плохо. Тогда это значит, что все отключилось. И такая диагностика, в общем, достаточно успешна, существовала длительное время, пока не стало понятно, что делать намного сложнее. А точнее, во много раз сложнее. Оказывается, наше сердце, допустим, умудряется работать совершенно самостоятельно, даже если его взять, иссечь из организма, вынуть из тела, так, и поместить, правда, при этом обязательно, поместить в соответствующую питательную среду, прокачивая либо кровь этого человека, либо заменяющую жидкость, по кровеносным сосудам тела. Но это просто, чтобы не вздохнулись клетки сердца. Так? И сердце останется работающим вне тела. Это значит, хорошо, там, организм вроде как умер, а сердце работает. Угу. Поэтому существует такой период времени, ну, в 20 веке в медицинской практике он был экспериментально установлен, когда сердце уже встало, дыхания нет, зрачкового рефлекса нет, но если за этот период заставить сердце опять работать, так, то все процессы восстановятся. В чем дело? А дело в том, что по-настоящему остановить сердце очень трудная работа. Почему исчезает пульс? Не потому что сердце встало, а потому что камеры сердца потеряли порядок сокращения. Вместо того, чтобы сокращаться целенаправленно, выбрасывая струю каждый раз порционно, сердце начинает вот так дергаться. Неупорядоченное сокращение участков. Движение есть, а вот выбрасывание крови будет происходить? Не будет. Вот если сердцу опять навязать определенный ритм, то все процессы восстановятся. Вот как называется то время между исчезновением пульса, так, и крайним сроком, когда сердце можно перезапустить? Слышали наверняка. Вот это время клинической смерти. Потому что по классическим показателям вроде организм умер.
Но если сердце перезапустить, что произойдет? Восстановление всего. Так. К чему я сейчас вам про проблему клинической смерти рассказываю? Ну, кто реально на рыбалке был когда-нибудь? Ага, ну, несколько человек были, да. Пойманную рыбу жарили, да? Там же на месте. Не жарили, да. А вы знаете, вот когда жарят, особенно в России, эффект происходит такой своеобразненький. Ну, вот надергали караси, да? Тут же барышня у костра, там сковородка большая, нагретое масло, лучок уже пассированный. Караси выпотрошили, почистили, порезали на куски, куски бросили на сковородку. Что делают куски карася на сковородке? Прыгают. Они что, живые? Простите, пожалуйста, как может быть живым кусок тела? Ну нет, там остались. Определение жизни, будьте добры. Нет, жизнь многоклеточный организм. Это как программа в компьютере. Дело в том, что мы высоко интегрированная система, да, у которых есть, конечно же, свои контрольные пункты. Ну, вроде как, есть правительство России, а при этом есть правительство Москвы. Если уже есть правительство России, зачем правительство Москвы? Заниматься локальными проблемами. Да? Значит, вот такие локальные системы управления есть и у нас, конечно, по всему телу разбросаны. В результате в каждом таком куске свои органы рецепторы, принимающие сигнал, есть? Есть. Нейроны переключателя входного сигнала на исполнителя есть? Есть. Мышечные клетки, которые являются исполнителем, есть? Есть. Значит ли это, что кусок тела живой? Нет. Не значит, в нем установлен обмен. Кислород не поступает в качестве окислителя. А значит, там не могут выделяться новые порции энергии, которые это состояние хоть сколько-либо могут стабилизировать. Все, ребята. Так вот, если хотите, могу показать вам на полостном вскрытии карта как раз это мотив сердца. Рыба, ну, во-первых, она перед вскрытием уже будет декапитирована. То есть, на самом деле, головной мозг разрушен. А сейчас показатель смерти, вообще настоящий показатель смерти, считается разрушением головного мозга. Так? Вот головной мозг умер, все, необратимая смерть. Что бы вы ни делали, это смерть. Нарушена центральная интеграция всех дел. Так вот, рыба с самого начала будет декапитирована с разрушенным головным мозгом. Проводим вскрытие, снимаем боковую стенку целлома, показываю все внутренние органы, занимает это хозяйство примерно ну, минут 40, а то и час, разбираемся. А после этого я аккуратненько вскрываю вот этот вот участочек сразу за жаберной крышкой. Да? Вот здесь находится отдельно отгороженная камера, внутри которой расположено сердце у всех позвоночных. Такой пакет, в котором лежит сердце, называется перикард. Да? Если вскрыть перикардиальную полость, увидим сердце. Как вы думаете, через час после того, как рыбу выпотрошили, сердце работает или не работает? Работает. И работать будет еще очень долго. Рыба выпотрошена, головной мозг разрушен. Болевой реакции ни на одной мышце нет, а сердце работает. Вот такие дела. У сердца есть собственная система водителей ритма. Исключительно живучи. Зачем я вам все это говорю? Если со временем вы хотите разобраться в настоящих законах работы вашего тела, вот просто вашего организма, не всякие глупости, которым сейчас забит интернет, просто души и выше, а как тело работает по-настоящему, надо начинать с серьезных вопросов. Не со всякой экзотики такого очень сомнительного свойства, да? А с серьезной физиологией анатомии. Вот тогда разберетесь. Ну, слип, потому что они проще.
То, что ее легче разумеется, разумеется. Бессмысленно начинать сразу с тензорного анализа. Человек проще, так сказать. Ну, конечно. Бессмысленно начинать сразу с млекопитающих. Сначала основу смотрим. Здесь же в эволюции все необычайно логично. Берем модель, смотрим, какие изменения вносим, получаем следующую модель или варианты следующих моделей. Вносим изменения, получаем варианты следующих моделей. Вот так. А проще рыб что-нибудь бывает? Проще рыб, конечно. Бывает. Что? Значит, крупнейшие группы многоклеточных животных объединяются в компании, которая называется типы. Вот мы с вами относимся к типу хордовых. В этом типе три разные варианта. Один нам всем знакомый, как мы с вами, позвоночная, но это самый сложный и конечный вариант. Он появляется уже тогда, когда тип существует не первый миллион лет. Два более простых типа – бесчерепная и личинка хордовая. Это наши родичи. Но если я вам покажу взрослую личинку хордовую, вы в жизни, а я могу это сделать, у меня видео есть, вы в жизни не опознаете в этих существах наших родичей. Они похожи на все, что угодно. Ну, больше всего на... сейчас, секунду. Мумитроли читали? Помните там, когда они плавали, приплывали на остров Хатифнатов? Или не помните? Ага, чуть-чуть. Вот похожи они на компанию Хатифнатов. Ну, да не лично. А уж никак не на позвоночных. Вот у этих существ заложена основа. Об этой основе мы обязательно с вами поговорим. Основа конструкции наших тел исключительно простая. Ну, вот это тоже касалось теории. А вот теперь практика рисунка. Давайте сюда собираемся. Вот смотрите, являются ли эти рисунки теневыми или нет? Нет. Здесь нет задачи передать объем. А какая задача? Вот представьте, если бы такой тональной штриховки не было совсем. В этой путанице линии хоть что-нибудь было бы понятно? Нет. Но была бы такая мешанина из линии, все. При технике завивки, а она используется, когда у вас есть многоплановое изображение, вот большое количество деталей, и каждая из них важна. Так? Как достигается? Сначала делается линейный рисунок, а затем выбирается интенсивность штриховки для каждого участка, да? И задача не просто начеркать, замазать. Обратите внимание, вот в идеальном случае, как это все сделано, а так, что дистанция между штрихами вообще исчезла. Ни в коем случае ничего не растирайте пальцем или бумажкой. Ничего, кроме грязи, вот так не получится. Как получить аккуратненькую заливку? После того, как у вас будет сделан линейный рисунок, я покажу. Ну и разные варианты заливки. Как вы видите, заливки вполне сочетаются. С какой техникой? Вот здесь, дублёра, конечно. Вполне сочетаются. И получаем вот такой хороший эффект. Не столько изобразительно хороший, сколько хороший для работы. Потому что на таком схематическом рисунке все понятно. Все видно.